В минувшую среду во Дворце культуры состоялось награждение районного этапа краевой выставки «Людей с ограниченными возможностями». Подробности далее. Выставка проходила в рамках федерального закона о социальной защите инвалидов и во исполнении мероприятий краевой программы «Доступная среда». Мероприятие проходит традиционно, каждые 2 года, и с каждым разом количество участников только увеличивается. Если 2 года назад участников было 40 человек, то в этом количество участников возросло до 50. Цель выставки – выявить творческих инвалидов, помочь им самореализоваться, проявить свои творческие способности. Перед жюри стояла непростая задача, ведь им предложили оценить более 100 работ. Работы выполнили в различных жанрах. Это и декоративно-прикладное творчество, изобразительное искусство, фотоискусство, разнообразие которых покоряет своей яркостью, мастерством и необыденностью. Все участники выставки были награждены дипломами и сладкими подарками.